Уловить момент, запечатлеть всю красоту природы в определенный момент времени. В этом и есть мастерство художника, уверен Николай Лукашук. На выставке «Со временем наперегонки» представлено больше 30 его работ. В основном это пейзажи. Особенно художник выделяет картину, над которой работал этим летом во время поездки в Ульяновскую область. Был один момент, первый раз я за все свое творчество такой встретил. Просто такое яркое солнце после дождя выглянуло, осветило там горы, все это небо пасмурное, погодные условия, и освещение меняется, и приходится как можно в кратчайший срок выполнить. Тему времени продолжают картины Полины Горецкой. Посетители встречает большой портрет Альберта Эйнштейна, ученого, разработавшего теорию относительности, которая дала новое представление о пространстве и времени. Картину на выставку Полина представила еще в сыром виде. Говорит, так своеобразно опередила время. Над картиной «Портрет Эйнштейна» я работала один день. Но, как говорят иногда художники, наготовилась всю жизнь. Вот, поэтому техническое, формальное воплощение – это еще не вся работа. Еще была работа предварительная. Много-много мыслей, много рассуждений и размышлений. Художник, он, имеющий опыт, мастерство, он шагает вперед. Не со временем, а даже вперед времени. Тот же Генри Мурзе, да, или Роден, или Микеланджело. Вот они настолько вперед шли в своем творчестве, что сейчас мастера не могут его достичь. Познакомиться с картинами самарцы могут до конца октября. Лариса Шлафаст, Станислав Левин, «События».